Всем привет, ребят! Добро пожаловать на Властелин колец с модом Инрад. Сегодня у нас кастомка. Мне скинули вот Дариус Сильвертон has been spiced and adopted. Значит, Кайр Андрас, если вы хотите ее поиграть, я ее заранее залил, какой же я умный, сделал в канале Дискорда нашем раздел карты, и, короче, там она будет. Но я постараюсь в будущем все остальное тоже туда позаливать, что буду проходить. Итак, Кайр Андрас, это у нас гондорская крепа, так что как бы за Гондор будем играть. И поставим, пожалуй, Мордор и гоблинов. Хотя не знаю, честно говоря, кого. Вот, я, если я правильно понял, это не волны, то есть это просто крепость. А значит, мы ставим убийц, чтобы было очень сложно. Ну и... давайте гоблинов вниз поставим, допустим. Пойдем сразу нападать на них. Котик от подписчика. О, да тут баня прям. А, окей, нормально. Альфвин. Какого-то додика нам дали. А, это типа халявные войска какие-то здесь тоже. С грейдами вроде как бы. Ага, я их в крепу отведу. Давайте построим слегка эки. И всех пацанов сюда. Чё, вы не хотите, что ли? Вперед, солдаты! Солдаты Гондора! Постройка наша! Не пройти! Пошли! Сигналочка. Мечи к бою! А, тут чуть-чуть с текстурками напортачили. Солдаты Гондора! Быстрее, быстрее! Тут, походу, вот здесь немного кривая земля. А я сказал, погодите, с текстурками. Я не знаю, что я имел в виду. Но главное, что вы поняли, надеюсь. Так. Excuse me. Ну, она нормальная такая пачка. Правда, нечки команды у нее жрут, так что... чуть-чуть грустно. Да блин, я же кликал. Уже гоблины атакуют. Это мы закроем. Давай сюда идем. Рейнджеров и обычных челиксов будем делать. Пока оно там строится, можно отряд такой построить. Копейщики в основном. Ага. А можно захватить ими? Нельзя. Очень жаль. Так, нам нужно, пожалуй, рабочего номер 3 сделать. Хотя я не уверен, что хватит на все денег, но... идея-то, походу, в том, чтобы задефать одну сторону. А вторую сторону пробивать. Мы не можем одновременно двух ботов бить, то есть у нас проход только здесь. Сверху вроде как ничего особого нет. Если проиграю, надо будет бахнуть разведочку. Давайте лукари. У нас есть копья начальные, поэтому... да, надо будет разведочку сделать, посмотреть. А, вот они тут. Есть ли какие-нибудь крипы? Можем ли мы что-нибудь получить в начале? То есть, допустим, стартануть фармера или Берегонда и закрепиться. То есть, вот, ну, такое, такая идея. Обычно в крепостях, кстати, вроде как 800 очков команды у них. Что грустно. У нас тут можно 2000 набить. То есть, по сути, можно подождать, пока там фулл предел накопится. И тогда выходить. Но с другой стороны, я понял. О, врата довольно крепкие. 20 кусков.
Ну-ка, вышечку еще. Это сейчас справится, поэтому экономику поставим. Ой. Ой. Не, камон. Не доделали. Забор кривой. Это плохо. Хотя, может, мы с этого какой-то профит получим. Пока что это плохо. Я правильно понимаю? Я рабочего потерял. Стойте на местах! Будьте готовы! Будьте на страже! Я поведу вас! Не вступаем в поход! Наш народ будет жить! Ладно. Пускай герой танчит. Нам, возможно, Боромир пригодится. Рынок сейчас надо будет сделать. Мы не сможем Денетора, увы, получить. Не, ладно, знаете что, я беру свои слова назад. На самом деле это довольно легкая крепа должна быть. Так, только вышки что-то не стреляют. Как это, блин, работает? Войска стреляют сквозь врата, вышки нет. Впритык не хотят что-то. Окей, можно и так сделать. Короче, это должна быть довольно легкая крепа, потому что мы можем бегать между проходами и отстреливать врагов. Нормуль. Так и сделаем еще. Так, теперь будем копейщиков доделывать. Больше. Ух ты. Кажется, я понял, нам надо вышки где-то здесь ставить. Они впритык почему-то не хотят стрелять. Но если я чуть-чуть дальше построю, то должно быть норм. Давайте этого Альфвина. 3500. О, да он толще, чем Боромир, лол. Как бы, ну все. Решено. Чего лучше? Идем сюда все. Отлично, броник уже есть. Продолжайте стрелять! Скорее! Все. Не давайте врагу подойти близко. Скоро огонь сделаем. Также здесь вышку. Сейчас проверим мою теорию. Ведь уже не стреляют. Я сейчас этих убью лучниками. А эти, я надеюсь, подохнут от вышки. Будьте на страже. Мы улучшили стрельбище. Настало время изобилия. Вот бы еще экономики где-нибудь. Места мало. Хотя, в принципе, ради очков командования оно рано или поздно качнется. Плюс... Нет, стоп. Я вижу тебя. Плюс рынок ускорит. О, он стреляет, хорошо. Ух ты. Я говорил, что легко будет. Я беру свои слова назад. Ну, ремонтировать можно, окей. Ё-моё.
Гоблин-бот долбанутый. Это ж сколько у тебя там? Мы победим в этой битве. Наш народ будет жить. Атакуйте! Стреляйте! Враги Гондора! Тесните врага! Полторы надо собрать. Не щадить никого! Сметем их! Я не заброшу тебя! Защищайте постройки! Все прекрасно. Может быть, Берегонда еще надо будет. Фермы напали. Это вообще не стреляет. Почему? Может, лучников туда посадить? Так, нужно отойти. Это мы заберем. И построим. Солдаты, будьте готовы к бою! Окей. Мордор еще нападает с той стороны. Но главное, чтоб Сеты не нападал. Мы подготовимся к войне. Как бы. Тесните врага. Окей, нормально. Так, работяги, сюда идем. Сейчас проверим. Может быть, лукари смогут стрелять. Мы тогда будем эту точку укреплять, а... снизу в атаку пойдем. Ну, пока рано. Хочу еще знамена. Хочу фонтанчики. И вышку. Не вышку, а статую поставлю. Никто не стреляет, блин. Вроде бы из вышек стреляют, но как-то не очень уверенно, честно говоря. У нас есть знаменосцы. Не сдавайся здесь. Внимательней. Осторожнее. Тише. Враги, укрытие. Да, получше. Мы ремонт не будем использовать, нам он нужен будет здесь. Убейте, пожалуйста. Впритык тоже не хотят стрелять. Ладно, я открою. Пошли. Мы победим в этой войне. Сейчас, ну, дровой. Это можно вот сюда поставить. Почти готово. Даже никто не устоит. Слышите что-нибудь? Я встану на защиту Гондора. Стройте в другом месте. Сейчас будет. Окей. Так, с этим разобрались под фонтанго. Еще и Боромира так не кисло качнули. Ой-ой. Я поведу вас в бой. Враг будет поярже. Так, сюда, Борис. Везде статуи. Очень жаль. О, зато здесь работает. Во славу Гондора! Будьте на страже! Еще вышек. Внимание! Ну, пока что вроде достаточно, но бот-убийца, он довольно-таки злобный черт. И лучше перебдеть, короче. Я бы так сказал. Потому что он иногда бывает целую орду может послать. Так, я тут построю аж 4, наверное, стрельбища. Так, это мы сюда запихаем. Но как будто Мордор решил с этой стороны нападать. Он как будто почувствовал слабину.
Что, в принципе, мне на руку, наверное. Не хочется слишком много там лукарей ставить. Давайте-ка мы Арагорна построим. Кто-то, наверное, подумал, что я сейчас на Гендальфа нажму. Но мне кажется, лидерка Арагорна, если он, конечно, раскачается, будет намного полезнее, чем, да, чем Гендальф. Ладно, давай так. Стройте в другом месте. Окей. Я еще, в принципе, барак могу поставить где-нибудь. Почти готово. Я пришел, чтобы вернуть людям надежду. Вы должны выстоять. Я поведу вас сюда. Построю много копейщиков. Мы люди чести. Ой, бедный чел. Починимся на всякий случай. И все, в принципе, можно в атаку идти, я думаю. У нас войск вполне достаточно. Наверное, я зря взял орлов. И лучше бы разрыв в облаках. Потому что если они до тьмы докачаются, это будет неприятно. То есть, скорее всего, сейчас придется другую брать обилку. Вместо 25-ки. Ну, посмотрим. Не медлите! Сметем их! Они не пройдут. Так, скинулись по КЧ. Хорош. Еще и хамул подгорел. Эти броник сделаем. И скидку. Заодно. Враг будет повержен! Да, все, там больше ничего не будем делать. Ставим это сюда. И пролезаем. Ждите своего часа, солдаты. Походу это будет короткий ролик. Если сразу знать, что тут такая тема с этими вратами, то есть можно даже дешевых лукарей поставить, то можно намного быстрее пройти. Одну сторону застраивать вышками с лучниками, вторую просто обычными войсками пробивать, даже без рейнджеров. Изи карта. Давайте станчик прожмем. Я его до этого не кидал, потому что, короче, радей там был. И если вдруг что. Так, руда есть. Давайте апгрейды начнем делать. Всевозможные. Стражи цитадели выйдем. Фул. Вот этих пацанов построим. Нет, я нагло вам наврал. Сначала закажем это. Потом очередь сделаем. Отлично. Мы победим в этой войне. Воздалом рот и Гондор! Мы улучшили казармы! Враги! Должен выстоять! Я не слышу тебя! Ближе. Покончим со злом! Осторожнее! Тяжелая броня! Ой! Скорее! Мы уловили казармы! Мы будем сражаться! Ждите своего часа, солдаты! Сядьтесь лучше! Разрушить все! Строй! Укрытие! Неловко получилось. Мы не можем! Так, Боромир, стой! Он явится. Все сюда. Кроме тебя. Уходим. Они там сами разберутся. К
какая же в Фростпанке офигенная музыка все-таки. Шедевр просто. Прям даже грустно, забота немного стала. Мне нужна помощь! Под такую трогательную музыку проигрывает. Меня ранили! Печально, конечно. Что еще печальнее, это то, что мы будем рейнджеров строить вместо него. Потому что нас перестреляли тут. Да. Здание нечем сносить, лол. Кринж. Тьма к нему подступила там. Так, от великанов избавились. Лол, мы даже крепу не пробьем, что ли. Мне кажется, я его свидел сейчас. Хорошо, отходим. Кажется, у меня фармер далеко стоял снова. Да. Что-то заслакал. Я должен был свидеть сейчас бота. Прям сильно. Сейчас сэкономим. Зальем. Ну как? О, тупица ты! Ну я же приказал отступать. Все отошли, один идиот остался. Короче, Бригон тут не нужен. Идем сюда. Жизнь такая боль. Ой. Быстрее стреляйте. Пока Тентакли меня не начал бить. Иди. Так, вот эти вот штуки, которые пауками стреляют. Когда играешь в PvP, как бы фигня, ну, против людей. Ну, не мусорный юнит, наверное, но не очень полезный. Но когда бот их использует, какая же душка просто. Войска постоянно на этих пауков агрятся. И это можно бесконечно пробивать. Походу, требушеты понадобятся. Катапульта. А, Боря. Уходим. Ой, у меня проблемы, ребят. Я, кажется, катку проиграл. Теперь сложно будет их пробить, потому что Мордор начал душить. Призывай. Призывай. Придется вот это прожать. Ладно, не сдаемся. Мы как бы все еще можем получить вторую 25-ку. Вот это мне немножко парит. Сюда. В укрытие. В укрытие. Отступали те. Враг близко. Тревога. Будьте настороже. Мы защитим нашу землю. Не давайте врагу подойти близко. Строй! Хорошо. Слава Гондора! Разведчики Гондора! Враги наступают! Так сделаем. Разведчики Гондора! Внимание! Разведчики вперед! Дешевых тоже построим до кучи. Мы сокрушим врага! Теперь открываем. Так, сюда мы ремонт закинем. О, я думал, больше отремонтирует. Не давайте им отдыха. Мы подготовимся к войне. Ой, Боря. У меня есть идея. Я сейчас сюда вызову его ульт
и снесу эти катапульты, чтобы они не душили меня там. Сделаем это. Возможно, стоило потратиться на Арагорна. Возможно. Но пока что затишье, может, сейчас пробьемся. Так, давайте это. Короче, надо было либо сносить 25-кой бараки, когда я Роханскую вызову, разумеется. Либо делать сразу же трибушет. Я недооценил бота. Аккуратно, аккуратно отходим. Вышки разберутся с Горгородами, не стоит войска зря терять. Забафаем Бомера. Воскресим Арагорна. Так, с этим разобрались. О, он еще крепо построил. Офигеть. Это нелегко будет отбивать. В смысле, пробивать. Ну, неважно. Вперед. Так, сразу катапульты эти снести и починиться. Атакуйте! Так, у нас есть 25-ка на следующую массивную атаку Мордора. И давайте трибушеты. Или давайте сделаем сразу апгрейд. То я вижу, что мы как бы все равно быстро не... Почему ты не пошел в атаку? Быстро мы здесь не пробьемся. Я рейнджеров еще добавлю. Починились. Это бы еще починить на всякий. Если придется отступать от подкреплений, то врата нам помогут немного. Так, давайте поджогаем сейчас. Хотя оно не поджигает, но зато так легче дамажить. Вообще, на мой взгляд... О, подожгло. На мой взгляд, поджоги надо убрать с игры. Без негатива, но... Имба. Убейте его! Так, нам нужно трибушет. И стражи цитадели. Наша армия проигрывает. Блин. Нет, не туда, бро, не туда. Ну, прожал. Ой-ой-ой. Не отставайте. А как же... Стой, разве я не нажал? Там еще одна. Ну, норм. Пока что я эту снесем. Грязные чудовища. Осторожнее! Будьте настороже! Они не пройдут. Да ё-моё. Мы победим в этой войне. И 25-ку не хочется юзать как-то пока что. О как. Ну, теперь придется. Я буду с вами до конца. Не давайте им отдыха. Трибушет живой. Отойдем. Короче, пока трибушет стреляет, апгрейд не делается.
Блин, он подох. Ладно, придется отдавать. Требушет снесли, заразы. Держим требушеты сзади. Нам понадобится фармер. Хорошо, бафает. Никто, кроме короля Кондора, не может повелевать. И вот это. Сейчас еще одну обилку. Так, этих мы здесь закинем. Готовы! Наши орудия пригодятся в битве! Мы опоздали! Уже захватил эту землю! Враг атакует фермы! Добрый! Пленных не брать! Охраняйте! Сражайтесь! Настал ваш час! Сплотись, рыцари! Победа будет за нами! Эх, а я-то думал, легко будет. Давайте, требушеты. Я пока не хочу тьму отменять, она должна скоро закончиться. И огонь пока не делаем, экономим. Я понял. Обилки не надо было кидать. Он задефался. Я поведу вас в бой. Настал ваш час. Они прут прямо на нас. Не медлите. Будьте на страже. Гондор выстоит. Разведчики Гондора. Мы стражи Белой башни. Так, давайте теперь это сюда. И Рохан явится. Всех спешили. А, снесли крепу, но потеряли требушет. Очень жаль. Мы подготовимся к войне. Блин, ну так не хочется. Когда. О, закончилось. Наныл, наныл. Тупо мгновенно наныл. Вышки душат. Так, где мои требушеты? Или великана, а не великанов. Или и мы не смогли, к сожалению, убить. Очень жаль. Так, что это за дезертиры, я не понял. Броник сюда. Больше надо требушетов. Сейчас прям приличную такую пачку постелим. И все. По сути, больше мы ничего не нужны. Повезло, что я гоблина не сфидил. Чё-то я только Мордор умудрился нафидить. Добейте. Экспу. Стан. Так. А, нет. Еще требушет. Ой-ой-ой. Только не это. Так, нормально, нормально. Вышки разбираются. Все. Смерть тварям! Они не пройдут здесь! Отлично. На следующую тьму сразу же подрубаем наш станчик, и все будет хорошо. Так, теперь будем на безопасничах стрелять по зданиям. Издалека пока что. А, офигенно они промахнулись. Окей, сделалось. Их смерть близка. Пленных не брать. Делай поправку на ветер. Еще один. Мы не можем проиграть. Смерть чудовищам. Кровь становится. Инструменты. Давайте.
Давайте идем сюда. Пленных не брать. Ой, мне это не нравится. Назад, отродье мрака! Настал наш час! Они атакуют лагерь! Враг уже победил, что строим? Здесь строить нельзя. На работу! Сейчас построим! Смерть чудовищам! Пленных очень много потерь. Атакуйте! Почему они туда побежали? Непонятно. Смерть близка. Я проиграл. Вот дерьмо, а. Чуть-чуть не хватает. Твянь ты. Не медлите! Смерть чудовища! Ладно, последняя попытка, последний шанс. Целься! На работу! Их смерть близка! Они атакуют лагерь! На фермы напали! Стражи цитадели! Гондоры древо! Настал наш час! Надеюсь, мои пацаны там удержат. Так, сначала бараки, в первую очередь. Крепу потом. Кто меня звал? Инструменты. На нас напали. Но у нас есть один плюс, это то, что пока я здесь дерусь, ну в смысле не так, пока тут врата пробиты, Мордор может сюда не пойдет, он сразу пойдет на мою базу, что выгодно. Но только некоторое время. Они прут прямо на нас. Смерть тварям. Тащите снаряды сюда. Им нужна еще трибушеты, но... Убивайте их! Нужно кидать все войска сюда. Готово. Их смерть близка. Строительство закрыто. Нет. Руина. Как же много. Еще один подох. Ладно, стреляй сюда. Там чили. Еще один потерян. Отпускай. Не, ну бот хорош, конечно. Все зафокусил. Все, что мог. О боже. Трибушет походу подох. Так, сделаем. Великана убить. Приветствую вас. Я готов. Закружить. Строители напали. Уничтожить. Закружить. Инструменты. Стройте в другом месте. Работы. Так, ну тут мы в принципе держимся. Готовьтесь к бою. Смерть чудовищам. Давайте еще трибушетов. Разок там сдох, что ли? Назад. Мой гнев неукротив. Такое впечатление, что он сверху еще войска посылает. Как же жаль, что даже вот один трибушет не остался. Мне много не нужно. Хотя бы один. Их смерть близка. Наши орудия пригодятся в битве. Смерть чудовища. О. Сейчас попробуем. Блин. Андуриль в КД, или как она называется? Блейдмастер мой был. Мастер меча. Только не юзай дыхание, братан. Вот все что угодно, только не это. Вторая тьма у них откатилась. И мы пробиваем его за счет порезки брони.
Может, даже убьем. Нет, только не дыхание, братан. Только не дыхание. Беги, беги, спасайся, Требушет. Я поведу вас. Нет, нет! Смерти! Мы стражи Белой башни! Отходим! Много воинов. Саурон будет. Так, Игранон, стоять. Вперед! Блин, это же не захватывали. Может, там сигналки есть? Вроде не видно. Выполняйте приказ! Недобытые! Грязные чудовища! Получается, мы терпим эту тьму и перекрываем вторую. Супер отстой. Копим требушеты. Чмошник подох. Быстрее, быстрее! От старости. Смерть чудовищам! Без негатива. Пугалку. О! Нужно... В принципе, все эти постройки я уже не спасу. Странно, что они еще это не принесли. Не вызывается нигде. Ладно, назад. Ой, нормально, какие-то челы запрыгнули. Какие-то рандомные додики. Стоять. Давайте орлами. Катапульты. Снесем, они мешают. Сейчас идем в контратаку. Там ката стреляет, да? Сразу зафокусим. Давайте, не тупим, не тупим. Фокусим, фокусим. Молодчины. Можно так сказать. Сейчас рабочих. И будем тут вышки ставить, чтобы задержать потом как-нибудь. Так, с этим разобрались. У нас будет скоро ульт Арагорна, что очень круто. Может быть, стоит Гэндальфа взять? Может быть. Блин, ну без рабочих. Не, ну это тупо, наверное. Не-не-не-не. Лучше рабочих и загрейдить требушеты. Так, мертвецов, чтобы быстрее. Рохерим! Это твой последний выстоит. Кто вторгся в мою владение? Не отступать! Эти вещи. Лицом к лицу, их смерть близка. Я поведу вас в бой. Белый город выстоит! Смерть чудовищам! Сделаем, чтобы Ара за полцены воскрешался. Так, это сюда. Кажется, я пропустил момент, когда тьма юзалась. И надо было требушеты заранее. Мой косяк. Ну ладно, пофиг. Мои 25-ки разбили их армии пока что. Мы победим. Держите оружие наготове. Ой, лол. Повезло, повезло, повезло. Гронд. А, не повезло. Стан. Не трогай требушеты, скотина. Нужно крепо пробить. Срочно. Ну не.
Нет, все трибушеты! Все трибушеты! Пленных не брать! Какой же ты говнарь! Вызывай! Не берегон! Боды говнарь! Я отступить не могу, он мне всю армию перебьет. А давайте дешевых копейщиков. У меня нет выбора. Бегай. Какой же бред. Ну что это? Мышей. Убейте мышей хотя бы. Мышей, мышей, мышей. Победа была так близка. Ладно, бегите, короче, на базу. Кто может, куда может. Блин, ну Гронд. Гронт это полный бред сейчас. Так проблем полно. Ой. Ладно, мы закрываемся. Не, ну вот это прям реально на поражение похоже. Просто жесть. Отлично. Ульт. Лишь подойди. Пускай там мертвецы их долбят. Не, переигрываем, к сожалению. Так, на этот раз мы должны учесть все ошибки. Так. Открыть, 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 открыть и снова. Наш народ будет жить. Смотрим. Снова забаговались. Так, эти частично. Эти есть. О, хорошо. Закрыть. 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 То же самое. То же самое. И здесь. Так, теперь. Наш народ будет жить. Постройка наша. Поспешим. Иди сюда. Это наша земля. Инструменты. Иди сюда. Еще двух рабочих. Кто меня звал? Я знаю. Что строим? Сейчас построим. Чтобы быстро можно было. Я поведу вас. Рынок, наверное, надо будет. Опа, 150 дает. Неплохо. Тут еще какая-то гигантская башня. А, до меня дошло, это типа такая крепа, короче, скомбинированная из нескольких зданий. Из Роханского, из этой Хельмовой пади. Цитаделька. Очевидно, Гондорская цитаделька из первой Бефы. И башни, и парочка стен. Архитектор постарался. Ну, братан. Строим материалы. Спасибо. Инструменты. Текс. Так. На работу! Готово! На работу! А я отменил, что ли? Где будем строить? Кто меня звал? Захватили! Прекрасно. Наш народ будет жить. И бабос. Как раз хватит. Мы попробуем в этот раз чисто в дешевых юнитов, чтобы денег сэкономить. Ну, чтобы раньше на трибушеты хватило. И может Гендальф тогда. Если катка снова затянется, то его ульт будет очень даже кстати. Здесь строить нельзя. К сожалению, нельзя строить нигде. Строите в другом месте. Сюда не влезет. Так. Что строим? И давайте еще один барак поставим.
А потом вышки начнем спамить. Постройка наша! Будьте настороже! Вперед! Мы победим! Идем так, сигналочка вперед. Есть. Пауки там. Казармы построены. Статую воткнем. Богатый урожай! Казармы готовы! Инструменты! Сейчас будет! Что строим? Здесь строить почти нельзя! Готово. Много работы. Строите в другом месте. Все, прекрасно. Сейчас лучники выйдут и начнем отстреливаться. Наш народ будет жить. Урожай есть. Теперь нужен фармер. Или берегонд. Давайте первым берегонда, чтобы он чести. Быстрее опять-таки качнулся до призыва. Будьте готовы к битве! Охраняйте! Может, вот так. В этот раз. Много работы? Поищем место получше. Пора строить! Мы готовы! Трибушетик. Мы готовы! Где будем строить? Сюда не влезем. Много работы? Строите в другом месте. Не готово! Ну все, пока что вышек достаточно будет. Войск у нас тоже достаточно. Открываем. Мы люди чести. Вперед! Я поведу вас. Победа будет за нами. Походу сейчас Мордор там попрет. Я поведу вас. Мы сразу двигаемся. Попробуем заспидранить его. Мечников добавлю. А то челы из крепости, конечно, прикольные, но вряд ли они долго проживут. Сколько хп у каждого? 300. 700. Не, но все равно не стоит на них рассчитывать так сильно. Они прут прямо на нас! Смерть чудовища! Солдаты, будьте готовы к бою! Немедленно! Ждите своего часа, солдаты! Оу. Будьте наготове. Много работы. А ну-ка. Постройка завершена. Приятная история. Смерть тварям. Отступаем. Смерть чудовищам. Кто меня звал? Очень. Давайте фармера пока. Их смерть близка. У нас тут прям плотно так зажали. Можно? К сожалению, на врата не вызывается его обилка. Ладно. Главное, чтобы здесь жили. Но я, может, ремонт возьму, если что. Но рейнджеры, конечно, получше будут в этом плане. Нажал, зафокусили. А этим что-то не понравилось, они начали подходить. Стреляй по троллю, брат. Так, мы здесь застройку должны бахнуть. Еще один трибушет. И еще толпу лукарей. Стойте. Уже много хп в минусах. Так, фонтанчик, статуя. И много фонтанчиков. Пока у него здания не грейджены, мы в принципе можем пробивать трибушетом без грейда. Мордор пошел. Еще. Ой-ой-ой. Уже много. Строительство закончено. Готово. Я поведу вас. Перед нами.
вами никто не устоит. Следите за врагом! Сменить позицию! Они не пройдут здесь! Просто нет слов, просто нет слов. Ну и кал. Давай. Ну, стреляй, бро. Ну ты не можешь поехать туда. Ты что, из-за барабана не видишь, что ли? Ну нельзя же так. Грязные чудовища. Победа будет за нами. Ну это же стыд. Смерть, чудовище, атакуйте! Убейте Молока. Пока он вас не убил. Ой, кому? Нужна хилка. А, давай сюда. Хорошо, наконец-то. Не хочу его терять, но... Походу... На. Придется. Придется. Хилочку. Защитим наши земли! Идем! Не будем строить! Пора строить! Держите орудие наготове! Инструменты! Хорошее место! Смерть! Нас снова зажали. Ой, как же он бесит вот этим вот! Ну мои требушеты! Ну нельзя же так! Нет! Три штуки! Минус строители. Мои челы вообще ничего не могут сделать. Я не понимаю, почему. Настал наш час. Опять враги. Наша постройка в опасности. Атакуйте. Просто не понимаю, почему. Дешевые лучники не работают, может. Давайте представим, что я проиграл сейчас из-за того, что тот требушет поехал впритык сражаться. Честно говоря, я не понимаю, что за фигня сейчас произошла. У меня было достаточно войск, но они как-то в окружении оказались, и все передохли. Это наша земля. Попробуем сейчас ту же самую тактику, только в этот раз, ну, чисто на всякий случай, вышек раньше построим. Я там всяких тоннелей наделал. Ой, говорю, тоннелей, пардон. Фонтанов, статуи и прочего. А в этот раз мы сделаем вышек. Запихаем туда лукарей. На случай, если снова нас окружать будут, чтобы хоть немножко легче было там стоять. Вот. Вот это... То, что требушет сдох, это прям так грустно. Ничего себе. О, неплохо. Может, если я начну сразу же стрелять по его баракам, то ситуация получше будет. Можем еще один вариант попробовать. Это держать врата открытыми. Где там этот рабочий? Сейчас он вообще дерется? Он не дерется. Ничего. Давайте сюда. Деньги лишними не будут. Вот тут лучник теперь. Я пока что барак построю. Будьте настороже. Закрою эти, открою эти. Или может Мордор попробует пробить. Мне показалось, что гоблин вначале посильнее. Я забыл, я заказал.
Берегонда. Берем. Просочились, скотины. Победа будет за нами. Поспешим. Сюда идем. Так. Давайте, разбираемся. Мне бы очень хотелось 80%. Очень. Это наша земля. Укрытие! Перед нами никто не устоит. Работу! Инструменты! Сюда не влезет. Пора строить! Готов! Мы готовы! Кто меня звал? Я знаю, как надо. Наш народ будет жить. Шикарно. Пусть готовы к битве! Стражи готовы! Фару. Что строим? Барак номер 3. Строим. Я поведу вас. Чуть ближе. Перед нами никто захватил, не хорошо. Мы готовы. О, 5 бараков. Не будем строить. Ну этого прям более чем достаточно. Это наша земля. Должно быть. Мы победим! Я, Фармер, поведу войска Гондора в бой. Будьте благодарны! Работайте. Казармы построены! Мы готовы! Стреляйте! Казармы готовы! Что строим? Я знаю, как. Поставим с двух сторон статуи, чтобы чуть легче было. Копить на трибушеты. Они не пройдут. Ближе. Победа будет за нами. Ой, не ты. Это ты наша ты земля. Не давайте им отдыха. Третий левел, пожалуйста. Постройки сюда. Замечательно. Что строим? Так, поищем трибушеты. Ждите своего часа, солдат. Вышку здесь. Солдаты, бойте, готовы к бою. Быстрее, быстрее. Готовьтесь к бою. На врага. Не будем строить. Мы же достанем. Да, достанем. Халява. Имба, я бы даже сказал. Все, выходим. У нас есть мастерская. Не медлите. Настал наш час. Грязные чудовища. Я поведу вас. На работу! Все строим, будьте настороже! Блин, мне казалось, что я кликал. Мы готовы! А, или они просто медленно стреляют. Не медлите! Настал наш час! Лучники! Смерть тварям! Инструменты! Крепко строим! Одного хватит пока что. Инструменты почти готовы. Это наша земля. У нас прям орда. Ну давай. Потащим теперь. Ну теперь точно потащим. Мы люди чести. Только лучников на агрессивку, чтобы не разбегалась толпа. Возможно, вместо... вместо серой компании лучше взять лес и затем разрыв. Так, пожалуй. Многовато уже пошло. И не забываем про ремонт. Немедленно, они не пройдут близко. Смерть чудовищ.
товарищам! Уходим! Идем вперед! Нам пора! Торопитесь! Страшно. Грязные чудовища. Строительство закончено. Ну, грамотно. Сюда не влезем. Подписывай. Стой. Пленных не брать. Стой. Враги отступят. Не давайте им закрепиться. Грязные чудовища. Держите их на расстоянии. Мы победим. Больно было. Лучники. Враги. Смотрите, постарайся. Отпускай. Заряжай! Скорее! Боромира? На работу! Расчистите землю! Я знаю! Держите оружие на готовую крепость! Шли! Шли! Сражайтесь! Страшновато слегка. Настрою лукарей, чтобы верх можно было удержать. О, работаем. Так, тихо. Наши орудия пригодятся в битве. Не сливаем требушеты. Что-то мне это не нравится. То, что он туда поехал. Может, Бормир разберется. Он таверну у меня хочет украсть просто. Не давайте ему близко. Защищайте постройки. Постройка завершена. Так. Мы готовы. Сплотить ряды. Мы готовы. И заказываем апгрейд. Я думаю, 4 требушета хватит. Смотрите по сторонам. Будьте готовы к битве. Луки! Лучники! Инструмент. Наша постройка так захвачена. Так, сделаем. Я не отрошу с тебя. Будьте готовы к битве. Отлично. Не давайте им подойти. Нас заметили. Отпускай. Строительство закончено. Тащите снаряды сюда. Нужно подъехать. Займите места! Лучи! 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 Наша! Работу! Подготовить камнеметы! Сплотить ряды! Вперед и... О, да, отлично! Можно по крепости бить. То есть даже без апгрейдов можно снести. Но мы их все равно сейчас сделаем. Ой, пробежал. А лукари мои что, сдохли? Огонь! Нас заметили! Мы победим в этой войне! Ой, качи! Мне не выстоять в одиночку! Секунду. В укрытие! Спокойно. Ну пофиг, короче, пускай он сносит вышки. О, вышки его убили. Вышки, как говорится, не имба. Нам главное требушеты дефать. Во-во-во-во-во. Наконец-то. Не давайте им отдыха. Копейщиков добавляем. О, эти дурачки рабочего пытаются убить. Гига рабочего. Тут тоже норм. Еще вышку добавлю. Так-то не страшно, в принципе. Наша постройка в опасности. Огонь! Нас атакуют! Не давайте им отдыха. Сейчас, ну, работай. Ждите своего часа, солдаты. Сюда. Враги захватили постройку. Тень растет. За ними. Делай поправку на ветер. Смерть чудовищам. Они не пройдут. Без нами никто не устоит. Все еще хуже, чем я думал. Атакуйте. Скорее! Есть. Рабочий уходит, зараза. Ну-ка. Надеюсь, это последнее. Он мог крепу построить. Это последнее. Фух. Не, ну, как говорится, изи. Я знал, что я с первого раза пройду. Просто скиллуха потащила. Идем сюда. Добавим много чего. И
Тащим, наверное, этого чем. Что же строить? Это наша земля. Фермы. Так. Вперед, понеслась. Закажем еще отсюда. Еще лучников. Наши орудия призывчик. Где будем строить? Мы готовы. О, я только заметил, что у них таверна была. А, поста не было, да? Поста не было. Мы опоздали. Враг уже захватил эти земли. Вперед. Целься! Не стрелять! Это мы не юзаем. За свободу! Нам эти лучники пригодятся в бою. Вместо того, чтобы в вышках чилить, на всякий случай обним Бормера. Но одного-то бота уже должно быть просто снести. Еще на одну линию. Что это там такое? Ух ты. Ну вышки вы же справитесь, правда? Могу еще построить как-то. Мне же не жалко. Для бота вышек вообще не жалко. Забор строит. Осуждаю такой поступок мерзкий. Сражаюсь до конца. Строитель пал. Победа будет за нами. Убили. Пленных. Не важно. Мы закроем дверь. Люди чести. Огонь! Пускай близко! Перед нами никто не устоит. Ну, хорошо достает. Отпускай! Строитель на опасности! Заметили? Стреляем. Враги наступают! Стреляем. Враг близко! Тревога! Мы победим! Наши мы люди чести! Дол Аврот и Гондор! Не давайте им подойти! Нас заметили? Да, это конец. Не давайте им отдыха! Смотрите, все-таки я изначально был прав. ХЗ, почему я вторую катку проиграл? Как так получилось? Но будем, как я и говорил, будем винить тот трибушет, который куда-то поехал. Ну, скорее всего, я просто кликнул не на барак, а может... А, не-не-не-не-не-не. Я, как обычно, ни в чем не виноват. Там не было обзора, скорее всего, там этот барабан стоял. Я не обратил внимания, что трибушету не видно, куда стрелять. Вот, и поэтому такая руина случилась. Во. Все, можно расслабиться. Настал ваш час! Умри, злобный! Тащите снаряды сюда! Открытие! Давайте еще по красоте под конец мертвецов призываем. Мертвые никогда не пропускают живых. Заряжай, скорее! Не подпускайте их близко! Берегитесь огня! А, серьезно? Что, крепость у него там, что ли? А, вот же барак. Они не пройдут. Не давайте им отдыха. Будьте настороже. Отпускай. Атакуйте. Отлично, друзья мои. Тащите снаряды сюда. Не давайте им подойти. Грязные чудовища. Мы победили врага. Ура. Спасибо, что посмотрели, ребят. Если вам понравилось, в Дискорде можете найти карту. Всем пока.